Завтра в Сочи стартует чемпионат России по вольной борьбе. Дагестанская сборная уже на месте. Борцы прошли хорошую подготовку и настроены только на победу. В каком расположении духа сейчас команда, узнаем у Курбана Рагимова. Он в эти дни работает в курортном городе. В Ледовом дворце спорта «Айсберг» в ближайшие дни будет по-настоящему жарко. И дело тут далеко не только в погоде. Три дня сильнейшие борцы России будут выяснять здесь отношения. Сейчас в основном зале спорткомплекса идут последние приготовления. В разминочном борцы настраиваются на схватки. Для них главный старт сезона – это ответственные соревнования. Один из этапов отбора в национальную команду. Традиционно дагестанская сборная считается здесь главным фаворитом. Несмотря на отсутствие пятерых лидеров, пальму первенства борцы из страны гора отдавать никому не намерены. Мы-то всегда на максимум рассчитываем. Но у нас в каждом весе по 2-3 потенциальных лидера. Будем открывать новые имена. Надеюсь, так будет. Очень хорошо подготовились. Сейчас ребята делают вес, подгоняют. Кто просто разминается и завтра уже готовы в бой. Да? Мы лучшая команда в мире. И нам надо это опять доказать на этом чемпионате России. Перед соревнованиями команда прошла сборы в горах Кисловодска и в Махачкале. Позади 2 месяца упорных тренировок. До старта считанные часы. Борцы, одевшись в теплые куртки, по полчаса наматывают круги в тесном зале. Они идут на все, чтобы уложиться в рамках своих весовых категорий. Победитель международных турниров Магомед Муталибов считает эту процедуру уже обыденной. В моем случае я бы не сказал, что я гоняю вес. Килограмма 2-3, наверное. Это, я думаю, каждый должен сделать. Это не весогон. Я думаю. То есть, чтобы организм пришел в норму, скорость все было. Да, чтобы налегке себя чувствовать. 2-3 килограмма, я думаю, это нормально. У кого-то там нехватка веса, допустим, на 86 перейти. А у меня, допустим, 79, 83 вешу я. Если на 86 перейду, там чуть тяжело будет мне, и решил сделать на 79. Поэтому в основном так, да. Всего на ковер выйдут свыше 250 спортсменов из более чем 60 регионов России. Завтра, в первый день чемпионата, в борьбу за медали вступят представители 5 олимпийских весов. До 57, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Начало турнира намечено на 11 часов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Сочи.